Продолжение темы. Тверские школы готовы к новому учебному году. Приемка учреждений образования была завершена еще в середине августа. В канун 1 сентября инспекционную поездку по социальным объектам провел глава города Алексей Огоньков. Кроме того, в образовательных учреждениях организован общественный контроль. На всех объектах в рамках подготовки к новому учебному году был проведен комплекс ремонтных работ и благоустройства прилегающих территорий. Участники инспекционного выезда посетили школу номер 1 и номер 4 в Пролетарском и новый корпус школы номер 50 в Заволжье. Территория огромная. За это лето, я не знаю, раз 8 мы ее косили. Депутат законодательного собрания Тверской области Антон Секержицкий вырос и учился в Южном. Вместе с родителями школьников он стал участником общественной приемки Центра образования номер 49. Здесь к будущему учебному году подготовили новый кабинет для начальных классов, провели косметический ремонт помещений, установили дополнительное видеонаблюдение. А в кабинете технологии оборудовали систему вентиляции. Понравились новые кабинеты для начальной школы. Большие, светлые, со всеми нормами Санпина. Очень хорошие кабинеты. И тот формат общения, который сегодня был, то, что активные члены родительских комитетов, которые хотели бы посмотреть перед началом учебного года, а в каких же условиях будут обучаться их дети в будущем учебном году. Еще одним объектом проверки стала школа номер 30 в Пролетарском районе. Здесь провели косметический ремонт классов, а в кабинете технологии установили восстановленный ткацкий станок середины 18 века. Выпускник школы номер 30, депутат Тверской городской думы Максим Сульман присоединился к общественной приемке. Считаю, что школа номер 30 готова к новому учебному году. В этом убедились не только сотрудники администрации города Твери, но и родители первоклассников, которые участвовали в общественном контроле по приемке готовности школы к новому учебному году. Общественная приемка прошла и в школе номер 27, расположенной в Московском районе. Здесь совсем недавно отремонтировали кровлю и полностью обновили входную группу. Традиционно я как депутат, действующий депутат законодательного собрания, участвую в общественной приемке школы, смотрю, что сделано, то есть на своем избирательном округе. В течение года, естественно, я общаюсь и с учителями, и с директорами, но 1 сентября линейки это уже здесь необходимо просто быть. В этом году 1 сентября в тверские школы пойдут более 50 тысяч школьников, в том числе 5600 первоклассников.